А вот это, друзья мои, трансформаторное масло. Честно говоря, впервые им пользуюсь, друся, дали для пропитки ольхи, которая пойдет на скамейку для качелей. Делаю качели, заказала соседка. Вот буду пропитывать эти доски. Так, но должен сказать, что эти доски ольха пропитаны 3 раза пропиткой огнебиозащитой прозрачной. Марку. Да, я показывал марку. И теперь вот этим маслом трансформаторным, пока на 1 раз впитывает она хорошо, значит, огнебио высохло и впиталось нормально. Сейчас масло будет впитываться. Со всех сторон надо обходить. Сейчас торцы впитываются просто, как губка впитывает масло. Это ольха. Сейчас одной рукой буду баночку снизу держать. Просто показал, как впитывает брусок ольховый. Со всех сторон обхожу маслом трансформаторным. Вот пропитал со всех 4 сторон брус ольхи. Это будет большая скамейка для качелей. Пропитывал трансформаторным маслом. Оно как подсолнечное по цвету, впитываемость хорошая, значит, ольха хорошо просохла. Она была покрыта огнебиозащитой бесцветной. Вот ее реальный цвет ольхи. Соседку толщина устроила, доски хорошие. Для сидухи то, что надо.